Тверские экстренные службы отрабатывают совместные действия при ликвидации крупных ДТП на федеральных дорогах. Наша съемочная группа отправилась на учения в один из районов. О том, что происходило на месте, выяснила наша съемочная группа. Сырое дорожное покрытие и ограниченная видимость погоды в Тверской области сделала еще более реалистичным сценарий тренировки. Согласно ему, на федеральной трассе М-11 Нева в приграничном районе с Новгородской областью дорогу не поделили пассажирский автобус, грузовик и отечественная легковушка. При столкновении легковушка вдобавок ко всему воспламенилась. Вслед за экипажем ДПС к месту происшествия прибывает расчет специализированной пожарно-спасательной техники. Согласно замыслу учений, в ДТП пострадало несколько человек. Многие из них не могут покинуть поврежденные машины самостоятельно. Параллельно подобные учения проходят в десятках российских регионов, где экстренные службы также отрабатывают характерные для их территории ЧП. В Тверской области в учениях задействовано более 2000 человек, 730 единиц техники. А мы напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 01, сотовых телефонов 101 и 112.